Сколько нижегородцы будут платить за вывоз мусора с контейнерных площадок, станет известно уже совсем скоро. Пока в области специалисты занимаются расчетом нормативов накопленных твердых бытовых отходов на действующих контейнерных площадках. Исследования проводят сразу в 10 районах. Для определения норматива образования таково. Мы выезжаем сначала на место, фотографируем, делаем привязку, потом замеряем объем в процентном соотношении при помощи линейки. И потом непосредственно замеряем массу контейнера, наполненного. Масса отходов определяется просто – взвешиванием, естественно, без учета веса самого контейнера. Дальше дело доходит до определения объемов мусора. Специалисты в ход пускают мерную линейку. Все данные фиксируются. Методика – это не придумка Нижегородской области, это постановление правительства Российской Федерации, это рекомендации Министерства строительства Российской Федерации. Она предполагает исследование в течение определенного периода времени, в течение определенных сезонов и времени суток. И мы эти полномасштабные исследования проводили на территории всей Нижегородской области, чтобы определить те величины, которые жители области образуют в течение года. От количества объем отходов напрямую будет зависеть стоимость коммунальной услуги по вывозу мусора. Уже с Нового года по-новому эти расходы будут оплачивать сами жители. В сфере обращения с отходами Нижегородская область поделена на 9 зон деятельности региональных операторов. В каждой зоне масса и объемы ТКО определяются отдельно. Всего в исследовании будут задействованы более 500 точек, включающих в себя несколько контейнерных площадок. Реформа предполагает необходимым борьбу с несанкционированным размещением, потому что механизмы заложены в ней снизят риски того, что отходы будут несанкционированно размещаться. Потоки будут четко зарегулированы, они будут и с точки зрения экономической модели выстроены, и проверяться путем инструментов контроля. Замеры по накопленным отходам специалисты завершат до конца этого года. Дальше областному министерству экологии и природных ресурсов предстоит четко контролировать работу региональных операторов. Они также уже с января нового года вступают в дело.